Ой, короче говоря, решила проще записать короткие видео, выложить, чем страдать. Не знаю, захожу, короче говоря, я думаю, ладно. Сегодня пробую опять загрузить видео. Очень долго загружается, всего пару минут. И, ну, решил. А, и там, по-моему, по умолчанию опять меня загружает на 360, все скидывает. Я раньше предполагала, что, возможно, они ставят основу 360, а потом, типа, может качество поменяться. Но я могу еще так с маленьким видео рисковать, да, но выставить, типа, пусть будет 360, а потом, типа, посмотрим. Ну, я сегодня, в принципе, так и сделала, и позитивно, конечно, удивилась, что мне потом он поменялся на лучшее качество. Но с большими видео я так рисковать не хочу, потому что ставишь красивые картинки, какие-то там виды, и в итоге получается, ну, загрузишь ты 10 минут, и оно на 360 вообще нет смысла. Так вот, сейчас я хочу опять попробовать. А почему я вообще включила вживую? Ну, я выключила, естественно, видела, что пару человек зашло даже посмотреть откуда-то, не знаю. А, хотела кое-что рассказать, какую-то информацию, и потом сохранить просто. Не пойму вообще, как работает. Мне показывает, типа, пишет на экране. Чат вживую, хотите посмотреть, типа, информацию? Ну, я захожу посмотреть, думаешь, ну, может, там выйдет чат сразу, или скажет там, ну, есть какие-то функции дополнительные. Меня уносят в какую-то страницу, типа, тестовую, где вы спрашиваете, а вы пользовались раньше этим, еще что-то, типа, довольны, недовольны, нафиг оно мне надо, типа, потому что я недовольна, да, потому что я не понимаю, что происходит. Ну, да ладно. В общем, что я хотела сказать, у нас погода вчера ужасная была, ну, реально похолодало. Но сегодня супер солнце, буря разогнала облака, свежо. Вроде бы снег обещают завтра, уже снег в горах был вчера. Ай, попробую я, наверное, вот сейчас загружу это видео, посмотрю, изменится ли качество позже. Я больше чем уверена, что будет опять 360, и потом меня закинет, возможно, на лучшее качество. Если оно так и будет, если так произойдет, я попробую тогда уже снимать новые видео подольше или выложить хотя бы старые. У меня еще там, я только разобралась с видео от конца февраля, с марта, так вообще, блин, тут по минуте. Я уже почти что знаю, почему это происходит и почему меня так это все гнобит дело. Смысла мне как бы выкладывать маленькие ролики нет, потому что, ладно, если это музыка или клип, или там какие-то, вот знаете, где миллионные просмотры, там, конечно, супер, типа маленький ролик. Есть такая, кстати, новая функция сейчас на Ютубе. Но я не хочу превращать свой канал в какой-то Инстаграм, знаете, где вот это все быстро, коротко, там ТикТок типа стиль. Вот, хотела человеку по Хорватии ответить и вообще по ситуации в стране. Но вот эти вот тесты и проверки постоянно приходится делать, время трачу. Если я перекидываю видео несколько раз, оно не, ну, не проходит, бесит реально. О, вон, кстати, вижу снег на горах. Да. В общем, я закину сейчас вот это. Посмотрю, что будет происходить. Сколько тут? 3 минуты 12 секунд. Блин, какой-то же дурдом. Смотришь вот и завидуешь белой завистью блогерам. Смотрю, сейчас из Америки один парень. Я так вот, в общем-то, недавно подписалась, но видела видео давно. В таком обалденном качестве уже на 3000 там закидывает. У меня даже не тянет. У меня сечет этот компьютер. И я так думаю, если бы я смотрела в таком высоком качестве, у меня бы интернет сразу же, вот этот дозволенный лимит, сдох, а потом бы мне опять вообще замедленный интернет мне кидали. Вот, так сейчас я загружаю, проверяю, посмотрю, что будет. И надо разобраться, может, с этим чатом реально, что там, как переписываться, как отвечать, потому что, возможно, такая тоже неплохая форма общения. Ну, я, конечно, не думаю, что мне прям все накинутся толпами в чат, потому что я знаю, что у меня еще до сих пор многие подписчики это вообще иностранцы, которые были 100 лет назад подписаны. Потом люди работают, время везде по-разному. Но неважно, знаете, потом сохраню просто. И то, что я рассказала, послушайте, и вопросы потом напишите внизу. Но это надо проверить, это надо посмотреть. И ладно, посмотрим, что будет после загрузки вот этого ролика. Закидываю пробник опять.